Категорически. Продолжаем проходить год симулятор. Закончили. А, не помню, на чем уже закончили, честно говоря. Заданий много. Что-то мы где-то бегали, делали. Предлагаю открыть обе вышки оставшиеся. Вот что я хотел на сегодня. Обязательно да, открыть их, посмотреть, что дадут, что будет. Так, вот сюда, секундочку. Так, поправил немножко камеру. А то плоховато, не видно мне верхний интерфейс. Уф-уф. Бам. Можно в воздухе, кстати, тряпкой же упасть. Точно. А как раз... А, тут на машине. I believe I can fly. Дамба какая-то. Пушка! 100 пудов можно себя выстрелить из пушки. 100%. Надо попробовать. Козелбург. Так, но... Приоритет вышки. Вышки приоритетней. Все меня боятся. Жестокий козел. Жестокие нравы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, нельзя здесь бегать. А, был продавец. Это что было только что? Что это был за звук? Офигеть! С таким пердящим... Блин, пердящим... А! Стой, пробежали. С пердящим звуком улетел. Это он, значит, огонь делал? Я слышал, кто-то делал... Так я не понял, кто. Оу. Че за фигня? Да че, нарываешься, э? Я точно ту вышку отметил? Что я не понял? Она на здании. Я думаю, что-то метраж растет, блин. Оу. Эй! Подска... А, брезент, все, я понял. Класс, класс, класс. Я застрял. Отлично. О, вылез. Думал, все, жопа. Бам. Фигнюшку нашел, одну из 37. Какая красивая картина. Так, так. Мы должны быть на фоне этой картины красивой. Да чтоб тебя. Как-нибудь вот. Ну, козёл, ну ты чё? Давай вот так. О, блин. Не очень, слишком близко стою. Так, вот так. Секунду. Вообще отлично. Облизывает крышка. А если вот это? Облизывает гриль. Так, нам еще выше. Ага, понятно. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Без прецедентов, пожалуйста. Ого, это что там такое крутится? Красиво. Хочу, хочу. Опа. Вот так вот умеют козлы. И вот так вот умеют. Нифига высоко, блин, просто жесть. Тут пивасик сразу готов мне. Мужик с пивасиком. Ты чё подглядываешь, эй? Подглядывает он тут. А за кем он подглядывал? О,
Что-то тут... О, фигнюшка. Синхронизироваться. Пошла синхронизейшн. Так, пляж. Долгая прогрузка. Какое-то казино, походу, да? А, или бои. Или казино. А это что такое? Что за памятник какому-то Кракену? Где этот памятник Кракену был? Так, я хочу... Я хочу вот на ту штуку. Мне очень понравилась она. Вон там вот что-то сияет, вся такая, мельгает. Это круто. А, это колесо от велосипеда. Опа, ботинок. У меня есть собственный ботинок. Получает удар от ботинок. Оба, ролики. Это что еще за фигня? Королева Дерби. А как-то можно использовать их? Нет, никак. А, вообще красавчик. Циклоп на розовых роликах в хипстерском наряде с табличкой «Помытый пол», блин. Это мой велик. Так, управляю... А, равно... А, так тут еще... Блин, тут еще равновесие. Это слишком сложно. Это очень... Я смогу! Так, ну, эти велики. Иди отсюда, у меня день плохой. Велики. Вот хелл. Порулите патрульной машиной. А, пожарная машина. Кстати, я пожар... Воу-воу-воу-воу. Ау. Тык-тык-тык. Это что за наезды были? Что за наезды? Я не понял. Что за наезды? На меня? Ты на кого руку... Иди сам, сейчас тебя. А, вот Кракен, кстати. Теперь это мои картины. Картины, недорого, картины, продаю картины. 300 рублей штука, наверное. Продаю картины. Оба, фигнюшка. Как мне получить? Это делается просто. Вот так вот. Так, 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 мы хотели еще синхронизировать все башни, значит, до сюда еще идем. Да, блин! Ладно, побежали. Ты, Бет, ты вообще плохая, ты что делаешь, эй? Что это за... Где-то тут что-то есть. Слышите, да? Вот здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Машина скорой помощи. А, вот. Это еще что такое? Унылая футболка. Ну, тоже неплохо. Delivery краб. Краб, да. Delivery краб горит. А я от этого не поджигал. Эй, хамала. Хамалявала. Где-то что-то тоже слышу. Ну, так и думал. Спасательный круг. Так, я думаю, а стоит ли нам плыть? Нам лучше, наверное, ехать. Байдарка. Ай-яй-яй-яй.
ресторан. Капра Кабана. Что за Капра Кабана? Все закрыто, что ли? А нет, вот, наверное, это Капра Кабана. Я слишком грязно. Оба. А как нырнуть? А, вот так, наверное. Нет. А как нырнуть? Или это типа из-за спасательного круга я не тону? Ну-ка. Давайте щит возьмем Капитана Америки. Нет, тоже не тону. А как потонуть-то? Или тут нырнуть как-то можно? О, вот, взял. Хрен знает, как я умудрился. Постой, подвези, мужик. Мужик, подвези, слушай. До центра за сотку. За сотку до центра подкинешь, мужик. Да, бля, ну давай за 200. Ну и хрен с тобой. Поехали, мужик. Ну ты что, ну... Пойду с тем прокачусь. Постой, мужик, постой. Полиция, милиция, хулиганы зрения лишают. Вот это красота, вот это я понимаю. Так. Башня где-то там. Опять мы нахрен ее проехали. Но прокатиться вместе было смешнее. Типа, одному ехать не так прикольно, а когда тебя везут. Прям красота. Оп. Хопа. Хоп. Трик-чанский тут нормальный. Последняя башня. Все синхронизации проведены. На башке мужика фигнюшка. Чё? Програ... Так, походу мне что-то открылось. Давайте зайдем посмотрим. Это опять новая комната, наверное, открылась. Нет. Не открылось. Ладно, пойдем что-нибудь выполним. Что у нас есть? Давайте на этом острове. Козлиная башня. О, алтарь инстинктов. И охота на штуки. Давайте охоту на штуки, а потом к алтарю инстинктов, я думаю, сходим. Их не так интересно собирать. А что вообще этот алтарь инстинктов-то дает нам? Я даже уже забыл. Как подняться туда? Ой, упал. А, подожди, это лифты. Это лифты. Бам. Ай-яй-яй. Да что такое неуправляемое? Вперед. Так, экстра-пупер-супер-козёл. Где ли? Козлы X. Козлы X. Козлы X. Козлы X. Козлы X. Это моя территория. Ой. А, еще же могу точно. Это моя территория. Ах ты, падла. Козлы Икс. Отмщение.
козлы их с отмщением. Ладно, живите пока. Я сегодня добрый. О. Стилизатор. Наряжать людей. Ой. Блин, надо снять этот. Блин, лазерные очки их убивают. Давай что-нибудь. Мы же стилизировать будем их, да? Значит, нам надо что-то стильное одеть. Так, стильное, стильное, стильное. О, да. Нет, фигня. Фигня, фигня. Фигня. Так. Короче, вот это стильно. Все. Ты почему не наряди... А, шапки. А что, только шапки, что ли? Или... А, рандомные предметы, короче, одеваются. Шапка. Шапка, кепка. Наушники. А тебе что, ничего не поменялось? А, футболка поменялась. Тебе что? Будь доволен, тебе шапка. Так. Зачем я вообще сюда пришел? Да, задание. Отец-основатель, новое событие. Воу! Мне кажется, ли на краю удочки что-то есть? Блин. Написано тени. Там за мной вам не видно, но написано тени. Так, так. Опа. Опа. Я так понимаю, нужно что-то поймать. Там контейнеры в воде плавают. А чё они плавают? О, коробка полетела. А да. Стоять, стоять, стоять тихонечко. Что я должен сделать-то? Тяни. Надо было сделать, чтобы скользить было, чтобы можно было улететь. Статуя либера... либертарианства. Господи боже мой. Либертарианство. А, все. Базара нет. В смысле, я маяк вытянул? Блять, как маяк утопили? Почему я на удочку поймал? А, вот прогресс показывается. Еще 55 надо. Вперед на маяк. Так. Охота на штуки. А, сетевая охота на штуки. Все, ладно, алтарь инстинктов. Потом схожу, посмотрю. О. Стой, 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 нет! Падла! Так тоже как вариант. Как вариант. Нет, ну... Ну второй раз. Серьезно, второй раз. Максимальное везение. Так. На маяке стопудов что-то должно быть. Ну, не зря я его вытянул. Да ёлы-палы.
Давай! Иржан, блядь. Опа. Там так-то лестница была, ну да ладно. Так. А у меня есть какие-нибудь точки быстрого перемещения? Я могу как-то быстро переместиться? Есть? Да, есть. Я как и предполагал. Не зря же мы вышки синхронизировали все. Так, мы отметили. Давайте общественные работы отметим. Посмотрим, что нам нужно делать на общественных работах. Будем исправляться. Ну, хорошие козлы. О-бам. Прикольная штука с замедлением. Постойте. О, да, life story. Они были трое неразлучных друзей. You spin my head right round. До свидания. Вы были мне как семья. Черт, я опять улетел далеко. Ох уж эти плавания. Постоянно куда-то улетаешь, нахрен. Дистопия. Теперь это мое место. Ну ладно. Хорош спать, пора просыпаться. Вы чек не оплатили. Парковка не оплачена. Мужик, парковку не оплатил. До свидания. Ай, я... Побежали. Смотри. Готов, да? Готов? Ой, сначала давай нарядим тебя. А теперь вам. Да не трогай мои мечи! Ха! Я сбил твой рекорд. Не ори. Тут люди спят. Чё, в смысле? Я на 300... Давай лучше потерянные пленки. Что? Давайте туда, короче. Шевелись. На работу опоздаешь. Быстрее, на работу опоздаешь. Быстрее. Ты опять тут? Какой назойливый малый. Так, это, видимо, наверху. Ну, а, подожди, нет. Оба. А чё? А, фильм ужасов? Стой. Так, я должен подобрать это. Так, это вниз. Это стопудов вот эту пленку они потеряли. И она будет сейчас отдать.
Я как бы ее случайно нашел, получается. Раньше нужного положенного времени. Так. Да. Хопа. Моя пленка. Здрасте. Я сегодня это, администратор. Найдите реликвии. Для стендбай. Я нашел, вот. Ну я же говорил. Блин, телек, конечно, прикольно, но мне так этот эффект не нравится. Вообще ужасно. Давайте переоденем лучше хотя бы... Блин, в наушниках я ничего не слышу. Вот. Футболки за мой счет. Футболки. Там был банан. Там был банан. Это я включил свет. Бам. Это шкурки бананов. Пил. Это было ужасно. А, вот он, пил. Нет, повтор. Мы на повторы не ходим. Второй зал закрыт, да? Обидно. Тогда пойдем на общественные работы все-таки. Здрасте. Видите, у него трусы не розовые. Вот, у него штаны, видели? Рисуйте точнее, пожалуйста. Да, у него только штаны. Может, я поймаю вам шорты розовые? Сорян, нет, рисуйте штаны. Штаны рисуй, говорю. О. Подскользнул сюда. А есть? Можно еще раз? Это что сейчас за быковство было, эй? Подошел такой, пнул наглый. О, это что? Подожди. Скружить голову и сбить с ног. А, понял. Это мусор. Мусор. Мусор отсюда. Мусору здесь не место. Иди отсюда, мусор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что с... Так, это... Я увидел что-то интересное. Сейчас мы почистим территорию. Все-таки как бы нам за это платят деньги. Ты в смысле, бомж? Офигеть. Бомжи мусор обратно носят. Да вы офигели! Чёртовы бомжары! Вот ублюдки!
Иди отсюда, эй! Бомжи ублюдочные обратно носят такие вообще. Гандон. Так. Вот что я увидел. Вау. Вау. Давай. Расколбас. Ну-ка, если я прыгну. Я так и знал, что так можно сделать. Нет, 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 тормози. Так, ладно, давайте вот сюда тпшнемся. Там в замке что-то открылось. Выключим этот пылесосудув. Подожди, это что, последняя цепь? А, нет. А как-то могу выбирать, какую из них, левую, там, правую? Они же обе горят. Видимо, само выбирает самостоятельно, какую цепь снять. О, вот это трон достойный короля. Вот это я... Надо... Ты чё? А, это Комик-Кон когда был. Точно. Коскон, точнее. О! Ну, на таком шикарном стуле королева козлов. Вот это я понимаю. А, это я двух этих дебилов призвал, что ли? Так, пылесос мне не нравится. Пылесос, он неинтересный. Давайте, давайте, раз мы королева, значит, у нас должны быть... Что-то интересное должно быть у нас. Предлагаю крылья вот эти божественные купить. Все. Мы летать можем? Точно. Склонитесь, мои рыцари. Склонитесь. Отлично. Просто прекрасно. Так. Что у нас тут почти все? Давайте инстинктов сходим, посмотрим, что нам дадут. На, быстро только пробел сжать, вообще ужас, просто быстро. А если я вот так... Ага, все, если, короче, нажимаешь тряпичную куклу, то все. Ты ж, мне так звук этот не нравится, этих крыльев. Постоянно иду... Давайте поменяем. Не нравится. Нет. Не то. Так. Сколько у меня всего закрытого еще? Ужас. Знаете, суши. Пусть будет суши. Все. Мне нравится суши. Прям аж суши захотелось. Что же? Мудрость была в туалете. Класс. Приобрели новые инстинкты. Инстинкты. Поставьте предметы на 5 столбах. Заберитесь на высшую точку. Короче, жесть. Каких-то инстинктов просто миллиард. Слышите это? Ага. 6 из 37 фигнюшек. Так. Предлагаю здесь остановиться. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока.